Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Человек любит срать, потому что у него есть жопа, ты, наверное, скажешь. А я тебе скажу нет, потому что некуда деваться говну из жопы. В смысле не тот сейф? Как это не тот сейф? Что ты пи***ешь, ты женщина? В смысле, я вчера на этом закончил, твоя мать знает. Плюс в чате сидит лох. Вы что, серьезно сейчас? 23:35, родной ты мой. Ну, а я запустил 23:28. И какой нахуй последний, ты дурачок, что ли? Я запустил вот этот. Ладно, заткнитесь, пожалуйста. Так, ребята, ротики, пожалуйста, закройте, я вас прошу. Не надо сейчас судить здесь человека, не зная его поступки. Ну, бывает, ну, немножко я тупанул, ну что в этом плохого? Человек не знает, что он плохой, если он неправильно что-то сделал. Человек пытался, во всяком случае, да? Если ты не умеешь делать комплименты своей женщине, это не значит, что ты плохой. Ты делаешь так, как умеешь. Вот и все. Главное желание что-то научиться, и обязательно получится. Человек думает, человек делает. Да. В смысле не то, блядь, опять? В смысле не то? Двадцать три тридцать пять. Все то лох. Привет, как дела? Привет, как у тебя дела? Как дела твои? Как дела? Как дела? Как дела? Как у тебя? У тебя? Как дела? Как дела, давай? Как у тебя дела, сука? У тебя как дела, сука? Как дела твои? Ты как? Say, what happened to как Emmett? У тебя дела? Как дела? Как дела? Спасибо, братишка. Ой, блядь, я не сохранился, это стрельба. Для любимой женщины. Как дела? Как у тебя дела? Как дела твои? Сука, как твои дела? Как дела у тебя? Как твои дела? Как дела? Как у тебя дела? Как дела твои? Проснулся и шаг. Правильно, правильно, вот и все. Бах. Насрал. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Блин, куда едем, родные? Значит, активирует замедление времени за 200 рублей. Эту миссию мы с Анем. Я порадую всю игру, как бы тебе не хотелось. Твои пожелания здесь, они как бы будут второстепенными. Если ты хочешь затормозить процесс игры, ты это можешь сделать. Но я все равно дойду до своей цели. Я всегда дохожу до финала, даже со шлюхами. Понял? Но бывают исключения, когда сильно пьян. That's my man right there, you know what I'm saying? Сука, ебучая миссия, тупорылый, я уже заебался по тебе бутылкам стрелять. Yeah, that's real.
Говорят, профессора насрали, как дурку потянули. Спидерин. Замедление времени за 200 рублей. Ой, блядь. Дебильно, и сидят скоро в школу, придурочным, блядь. Они думают, последний день тут полетуют, похихикают, блядь. Я буду хихикать в сентябре, когда вы будете сидеть там за партами. Да ебаный ты пи***, блядь, да сколько можно, дебил! Сука, ты тупорылый, ты всё ебаный! Дай ты, сука, хоть месяц уебок закончить эту, блядь! Сколько я буду там ебаные бутылки стрелять? Чтобы сделать из вас мужчин, поняли? Я вам сказал, я не сплю, мы здесь с вами, не просто так. В этой жизни ничего... Ladies love me, I think. В этой жизни, еще раз повторяю, в этой жизни, сука. Русланчик хочет закрыть транспорт рядом за 200 рублей. Блять, сука! Где? В этой жизни ничего просто так не случается. И мы с вами здесь, сейчас, в этом месте, ёбаный рот ваш. Не просто так. Понятно? Я самец. Я, блядь, всех девок из чата люблю. А ты пока стреляешь, можешь улететь? Или не работает? Надеюсь, не работает, блядь. Check out Special Agent Big Smoke. Шо ты? Спасибо тебе. Ты проебался. Минус 900 рублей у лоха. Ну, у кого-то плюсик. Это точно. Заткнись. И сейчас танки упадут с неба, ты лох. Блять, ёбаный конь. Тогда, как обычно. Ой, пи***а, ебать. Это просто так конченый человек, ты посмотри. Только попробуй, сука. Только попробуй. Здорово, выродыш. Ты дитё интернета, не более. Ты видеосос. Русланчик активирует замедление времени. Ладно, ладно. Без руины. Go next миссию. Я тебе лично твое оптоволокно перережу. Кто что порвит, родной? Сейчас, подожди, договорю машину забрать. Да быстрее ты пизди, уёбок, блядь! Давай, покинь машину, я пришел за ней. Все, давай, ты свободен сегодня. Приехал, до свидания. Да, я прошел, и что? И дальше буду проходить и пройду полностью, и что? Это кого-то удивляет или что?
Что тебя удивляет, ты дура, блядь? Привет, дружище, как твои дела? Как у тебя дела, дружочек мой? Как твои дела? Как у тебя дела? Как твои дела? Как дела? Это новая приора у меня. Как дела? Как дела, дружок ты мой? Как у тебя дела, долб***? Как у тебя дела? Я спрашиваю, как у тебя дела? Как дела? Как дела твои? У тебя как дела? Опа! Как дела твои? Опа! У тебя как дела? Попускаешь, всегда говоришь. Русланчик, у тебя что с лицом? Смотри, что ты сделал, ты лол. Ну чё, родной, там, как у тебя дела в Европе-то? Смотри, что ты сделал. А, ничего не сделал. Ну чё ты, родной, а? Не успел, да, кнопаться. Тик-тик-тик-тик, свои маленькие, это тебе пачка. Тик-тик-тик, да, мимолетного дала, родной. А у меня теперь Тутлс есть. Вот и думай, родёночка моя. Это хорошо, она тебя порот. Блядь, закрытая техника. Вот сука. Девочка Свита. А, Свит, привет! Свит, привет! Как дела? Блять, Свита нету. Пиздец, электричество не дали. Свита хуйма. Алло, привет, Свит! Ты где? Нету дома, темнота. Как у тебя дела? Как дела? Не слышу. У меня Свита нету. Свит отключили, нема. Ничего, не страшно. Первые миссии можно поруинить. Дальше ты уже сам не справишься. Мизи, нахуй. Стой. Сука, стоять! А как у тебя дело? Новая фотопены, конечно, есть за 30-ку. За 30-ку все фотки. Насрал. Ой, блядь, только не это, а. Это ж, по-моему, дурацкая миссия по прыгунке на машинах. Ляля моя. Ить. Блядь, да как? Сука, я забыл. Мироянович активирует ускорение времени за 200 рублей. Плохо. Блять, мама, папу бьют. Да, все, техники. Nasrol. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для зидлов. Ты наш самый любимый сосатель писюнов на всем свете. Nasrol. Человек Nasrol, говно. Я вас
Простил сколько раз. Давайте забудем слово «насрал». Ни я не буду его говорить, ни вы. Слово «насрал» применять на трансляции здесь неуместно. Да твою мать, блядь! Вы чё? Да чё за хуйня? Да сколько можно, блядь? Ёбаная, блядь! Это пиздец. Просто, сука, там какой-то гибрид валяется на дороге, этот спотыкается. Матерь Божья, что ты делаешь с человеком? Повтори мне. Иди сюда, говорю. Ну ты же сам их учишь этими словами и страдаешь от этого. Конечно, они тебе подражают. Кто они? У них имена есть. Кто они? Имя назови. Джо Байден, Ванни Юта, Джо Байден, из Венус Аббот, сука из Венус, Джо Байден Мелодик, а мама Кедрова Бедроска, О Джей Блайер, из Венайт, Алла, Ди Снорк, из Венус, Насрол. Почему плохо, блядь, попадаешь кнопочками? Все говорят Жув Бадын, а я говорю Владимир. Блять, я не пойму, как эта стрелочка, значит, вверх туда. Совсем понимаю. Как эта стрелка вниз, типа, чё это? Типа косая такая. Все, проиграл, выиграл. В смысле проиграл? В смысле Пошел ты нахуй, сука! Сука, да что за хуйня, я же лучший. Дед, я тут посмотрел. Давай уже проходи, Снорк. Даже не руиним, а у тебя затубы. Тихо, сейчас все будет нормально. Почему, сука? Дедуля, от лица всех жителей Нижневартовска, хотел бы поблагодарить тебя за предоставленную гуманитарную помощь и сказать, что Рамзан Кадиров... У меня есть чувство ритма. Плохо, сука! Да почему меня еб... Я не понимаю, сука! Это какая-то игра против меня действует, я, кажется, понял. Да, блядь! Блядь, ну ты реально дятел тупоголовый.
Сам же небось в пиздючестве 10 раз игру проходил. Чё деменция вверх взяла над твоей лысой головой? Ты стример. Таким слабым стримером девочку не дам. Извините. Даже твоя Рали насмотрелась на твою слабость и пошла по турам, а не дала тебе. Ну, разок сделаем для приличия, чтобы разбавить затупы. Будешь винить нас, что пройти не можешь. Ну, долбан же ты, ебанько. Ну вот кто ты, блядь? Ты ж дурак. Ты чё думаешь, я буду в эту игру играть как дебил или что? Я сейчас буду играть так, как я хочу. На топ ты ж старый, не подведи. От тебя требуется нажать 4 ебаных кнопки. Ты всю жизнь за компом сидишь, суспензия ты наша биполярная. Это ты достаточно сидишь, а тебе поддержки для миссии, которой 30 лет. Надо будет еще посадим. Блять. НК активирует падение с неба за 750 рублей. Исключены из нашего клуба. Рукожоп. Какой мудак, а. Мама, ты посмотри, что папа творит. Он опять напился. Это ужас, мама, он пернул. Вот она. Сука, да заебал ты. Последнее. Перед прохождением в режиме сиди. Бля, ну он конченый. Мое терпение крепче твоего кошелька. Да ебаный нос, рублей. Как твои дела, я не пойму. Ты со скрещенными лапками, что ли, играешь, как в рыцаря? Если так, то тогда, походу, эту одну нищую миссию полгода проходить будешь. Ну, ничего страшного. Ты Спанч Боб ебаный. Дедушка, поставим хаос мод. Все стримеры прошли хаос мод, это так весело. Ты твой рот ебал. Ну, конечно, да ты подкидают. Она же Денисочка, ну, на все ботов за деньги. Шлюшку продажи. Дайте хоть вместе, уроды, пройти! Стопай машину. Русланчик активирует закрыть транспорт. Да хватит, блядь! За 200 рублей. Сука, ты ёбаная, блядь! Oh.
Знаешь, чувство будто Ну, конечно, ты потерпишь. Тебе же деньги кидают. А наш Денисочка на все готов за деньги. Шлюшка продажная и ведь даже не скрывает. Чел будто забуксовал. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Сейчас ты все делаешь. Знаешь, чувство будто забуксовал. Валера, ну, конечно, ты потерпишь. Тебе же деньги кидай. Денисочка. Блять, да это пи***ц какой-то, это просто, я не знаю, это парадоксальное явление в интернете, это просто, это какая-то, я не знаю, магия дикобраза, это ужас, блядь, это просто, я не знаю, у меня в жопе говно, это просто, я ходил в кино, не видел ничего, блядь, вот то я обосрался, это просто, не знаю, нет слов, блядь, потому что это просто пиздец, необъяснимое, но факт. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал. Ну, конечно, ты потерпишь. Тебе же деньги кидают. А наш Денисочка на все готов за деньги. Шлюшка продажная и ведь даже не скрывает. Ням-ням-ням, хватит мне мешать, ням-ням-ням, я буду плакать, ням-ням-ням. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Знаешь, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты.